Адгучалі фанфары адкрытай рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў 2022. У Оршы лепшым спартсменам і прадстаўнікам гульнявых відаў спорту ўручылі заслужаныя прызы і ўзнагароды. Эстафету школьных спаборніцтваў перадалі Гомельскай вобласці. Старонкі самых захапляльных падзей спартакіяды перагарнуў Сергей Мисурагін. Зусім недавно юныя спартсмены урачыста крочылі па Віцебску падчас адкрыцця спартакіяды. І вось настаў час развітання. 11 спаборніцкіх дзён праляцелі як адно імгненне. У рэспубліканскіх стартах на Віцебшчыне прынялі ўдзел каля 3000 школьнікаў. Яны разыгралі медалі ў 21 відзе спорту. Упершыню канкурэнцыю беларускім атлетам склалі спартсмены Расійскай Федэрацыі. Гульні, паядынкі, сустрэчы і гарачыя супрацьстаянні праходзілі ў Оршы, Полацку, Наваполацку і абласным цэнтры. В этом году Витебск объявлен молодежной столицей, поэтому весь этот год, 2002 год, он очень ответственный, с другой стороны, почетный для Витебской области, потому что вся молодежь и спортивная, и культурная, и интеллектуальная, она вся стремится сюда, в этот регион. И хочу похвалить то, что Витебщина справляется, они большие молодцы. И уверен, что до конца года мы проведем еще не одно крупное и серьезное мероприятие. Тем часам у Орша организовали импровизованную диалоговую пляцовку. Пераможцы и прозеры спартакиады отримали махчимость задать пытание славутым белорусским спортсменам-олимпийцам. В основном дети текавились о спортивной карьере славутых атлетов, их узлетами и падениями. Рефреном гучала парада от опытных майстров. Треба верить у себе, у своей силы, и тогда все обовязково отримается. А спартакиада дает добрый импульс развиваться надалей, повышать свое спортивное майстерство. Именно в этом возрасте мы можем увидеть, ну, первые ростки таланта, и мы видим уже первых способных, талантливых спортсменов, впоследствии на которых мы будем ставить определенные ставки, надежды. И вось урачыстый и хвалюючы, але крыху сумны момант для пераможцаў спартакіяды. Яны атрымліваюць заслужаныя прызы і ўзнагароды. Вось першы бой віцебскага боксера Сергея Зайца. Цяпер ён трымае ў руках дыплом пераможцы. Турнир прошел удачно, я одержал победу, первое место. Самый сложный бой у меня был в финале с представителем России. Бой был хороший, зрелищный, за меня болела вся Беларусь, потому что знала, что я одержу победу. Девочки. Спаборніцтва школьнікаў адрадзілі ў 2006 годзе. З таго часу мясцовыя батутысты заўсёды перамагалі на гэтым старце. Як прыклад, заслужаная ўзнагарода віцеблянкі кандыдата ў майстры спорту Вікторыі Асянюк. На трэніроўках я выкладваюся на все 100%. Таксама дарагога каштуюць і медалі ў гульнявых відах спорту. Мінчанка Кацярына Шыдлоўская стала лепшай блакіруючай на дзявочым валейбольным турніры. Спартакиада прошла очень хорошо, мы уверенно шли к победе, у нас не было ни одного поражения, мы много тренировались и, честно говоря, рассчитывали, что так будет. Витебшчына передала стяг спаборніцтва у Гомельской области, а начальник Головного управления по адукации Дмитрий Хома пожадал юным спортсменам новых поспехов и яскравых выступлений. Сергей Мисурагин, Сергей Котов, новини Орша.